А я тут яйца чищу. Значит, я, знаете, о чем подумал? В смысле, куриные яйца. А то сейчас вот кто-то первые 3 секунды посмотрел, подумает какую-нибудь пошлость опять про меня, как всегда. Значит, о чем речь? Я вот размышлял, что у нас уже в обиход вошло выражение «перо из попы совы», да? Я вот начал задумываться над словом «попа». Сегодня будет блюдо с торчащими попами. Начинается все это холодная закуска. Я уверен, что каждый из вас ее сможет сделать. Это несложное, очень увлекательное. Даже я могу сказать, что вместе с детьми будет вам прикольно и интересно это делать. Итак, значит, яйцо у меня сваренное. Я его сразу в кутер бросаю. Второе яйцо тоже сваренное. Там же, где и первое было сваренное. Значит, потом охлажденное. И вот, пожалуйста, мы имеем 2 отварных яйца, которые у нас будут частью блюда. Опа! А, он, я думал, нет желтка в яйце. Он просто с другой стороны. Значит, 2 яйца у нас в кутере. Убираем все лишнее. Сюда добавляем пассированный лук. Значит, я взял луковицу. Никому не надо объяснять, да, что ее нужно как-нибудь порезать. И потом, в общем, луковицу взяли, вернее, я взял ее в свои жесткие руки, порезал, обжарил, вернее, спассировал до готовности на сливочном плюс растительное масло. Теперь ее сюда вот к луковице, ой, к луковице говорю, к куриным яйцам. И сюда еще нужно добавить немного петрушки. Значит, сейчас ситуация с петрушкой такая. Я что-то посмотрел в магазине. Та, которая срезанная, вялая очень. Я думаю, ну ладно, в горшочке чуть дороже, но зато свежачок. Желательно его, конечно, ножницами чик-чик-чик помочь. Черный перчик сюда обязательно. Чуточку соли. Теперь крышечку. Раз, два. Мой спонсор Starwind в правой руке, с помощью которого сейчас я буду делать соус. Ссылочка в описании. Зайдите, посмотрите, сколько у них всего интересного. Что-то может понравиться. Обязательно приобретите. Я уже почти год целый пользуюсь вот этими гаджетами. Вы это прекрасно видите из ролика в ролик. Так, теперь добавляем сюда картофан. Вот смотрите, картофан штука какая. Очень и очень, ух ты, как пахнет. Яйца пахнут серой. Значит, картофан просто отварной. Нужно добавить его, но у меня большая картошка, да, половинку добавьте, потому что иначе клестер будет. Много нельзя добавлять картофана. То есть все это должно быть связано вместе. Если вдруг захочется больше, ну добавите чуть позже. Я прям вижу, что этого будет достаточно. И еще знаете что? Когда не хватает немного жидкости, здесь есть 2 варианта или 3. Добавить воду, она отсечется. Добавить масло, будет слишком жирно. Добавить... Чего добавить? Но у нас ведь есть огурцы, которые нужно нарезать. Овощечистка. Желательно острая. Будет тупая, будет вообще, будете мучиться. Мне нужны для рулетиков... Вот такие вот штуки. Поэтому аккуратно срезаем, значит, вот это лишнее, краешек. Нам он не нужен. Срезаем нужное для нас количество вот таких вот ленточек. Мы их прекратим нарезать, когда увидим середину. Вот смотрите, видите, уже появилась середина семечки. Здесь центр, он будет рваный. Переворачиваем. Значит, все то же самое делаем с другой частью. А серединку саму, которая у нас, так сказать, ни туда, ни сюда, ее можно либо съесть, либо можно отправить вот сюда в соус. Дома, конечно, чаще всего, большой семье особенно, быстренько раз, приспособили, хруст только стоит. Вот эту часть резать уже неудобно, потому что вы видите, что она тонкая, и она уже, чем ленточка огурца, которого мы вырезали с одной частью. Поэтому, в принципе, здесь париться не нужно. Значит, если вы вдруг куда-то хотите вот эту серединку использовать дальше, ну, вернее, вот этот край использовать дальше, ну, используйте потом на украшение или еще куда-нибудь. Но нам нужна серединка, вот эта вот. Оп, аккуратно. Видите, она какая?
Тут одна вода и семечки, тут больше ничего особо нету. Но как раз вот эта вода и семечки нам будут помогать вот в создании нашего соуса. Частями только, господа, частями, пожалуйста, потому что накидайте сейчас туда тонну жидкости, потом тяжело будет. Еще чуточку огурца. Но вот я переживал, а в итоге еще и мало. Все сюда. Огурчик, кстати, очень-очень даже свежий. Берите длинный сорт, из них удобно резать ленты. Я в кафе беру себе длинные огурцы для того, чтобы, если что-то мы делаем, какие-то украшения, да? Какие-то рулетики, рулончики, какие-то вот такие вот штучки всякие. Всякие разные, значит, салаты очень красивые, и освежает, и хрустит, и так далее. Ну, некая нестандартная подача огурца. Все, нам нужно сделать пасту. Ну, в общем, вы знаете без меня прекрасно, да, что если сюда пару ложек мазика бахнуть, то эмульгаторы, содержащиеся в майонезе, они, конечно же, сделают это все более однородным. Мне не нужна эмульсия. Однородная такая, знаете, хотите протрить через сито и так далее. Но это, скорее всего, понты, и так мы делаем в ресторанах. Вот сейчас получается самая оптимальная консистенция. Ну, во-первых, вкусно. Во-вторых, плотность есть, все этого достаточно. Теперь ложечку сюда. Да и все, в общем-то, вот немножко намазали. Тут цель, нет цели там такой, сделать из этого, знаете, как сыр. Можете, кстати, сыр сюда добавить. Но помните, что картошка с рыбой, тем более со шпротами, прекрасно друг к другу подходит. И огурец идеально дополняет друг дружку. Теперь берем наши знаменитые попки. В общем, теперь достаем аккуратно мощного окуня. Кладем вот сюда. Опа. Шпротная здесь попа, да. Вот смотрите, теперь берем и закручиваем. Все предельно просто. Если вдруг там чего-то много или мало, ну, или поправьте, или подвиньте. В общем, итог таков, что обязательно оставляйте хвостик без крема, чтобы огурец к огурцу прилипал. Он влажный. Значит, смотрите, что происходит. Опа! Вот оно. Счастье. Прикольно? Давайте накрутим их штук 8-10. Ну что, забавная штука, да, получилась какая? Еще можно просто крутить, вертеть вот такие всякие штучки, рулетики для украшения салатов, всего прочего. Да, вы это знаете прекрасно, без меня. Вот такие вот. А вот они уже клеются не так. Да, огурчик подсох, клеится уже не так. Но смысл таков, что делаете любые рулетики и кайфуете от того, что у вас получаются разные всякие украшения. Ну, а если вдруг вот все-таки вам будет не лень и намутите вот таких вот головоногих моллюсков, знаете, шпротин такая и занырнула туда. Вот, в общем, на тему хвостов, перьев и всего, что с этим связано, вот, пожалуйста. Хорошо, что сильно не стал солить. Но такая очень лайтовая по соли. Но и сам шпрот не очень соленый. Здесь из-за большого количества свежести и всего прочего, вкусов вот этих вот свежих, соли много не хочется. И это я вам хочу сказать, идеальная закуска. Но если вдруг решите, что это понадобится для каких-то крепких напитков, то да, можно было бы чуть-чуть усилить вкус с помощью сыра. Сделать его более таким насыщенным, брутальным. И, может быть, чуть-чуть туда добавить какой-нибудь остроты. Тогда будет вообще. Но это будет по-другому. Вот это блюдо, это вот прям нежный смак, вкусный, с ароматом копчения, картошки. Это все вместе друг другу безумно подходит. И самое главное, что это совершенно несложно делать. Жить взбили,
закрутили, вот вам. Это ж чистой воды Russian роллы. Не всякие там суши-маки. Вот, вот он, рыбный хвост торчит по-русски. И по вкусу, конечно, идеально. Обязательно приготовьте. И может быть, даже на новогодний стол поставьте. Вот гости будут реально удивлены. Удивлены просто вот этим вот офигенным блюдом. До свидания.